Итак, добрый вечер. Перед нами дополнение из словаря Кочергиной 87 года. В формате А4 это 26 страниц. А дополнения никогда не внедрялись в основной текст. В 2005 году словарь мною распознавался, но был достаточно грязный и не подвергался тщательной чистке. Теперь, в 2013 году, я решил, что нужно закрыть старые долги и доделать старые файлы. Но для этого мне нужна помощь. Что такое чистка файла после OCR? Abby Fine Reader прошелся по файлу. Я обучал шаблоны. Ну, около 2 часов. Этого более чем достаточно, чтобы Abby распознал все, что возможно. Но остается много ошибок. Для того, чтобы эти ошибки искоренить, желательно, чтобы работал режим подчеркивания ошибок в Word. Для этого надо, чтобы файл был не слишком большой, иначе автоматически закрывается проверка. Куда делся файл? Так. И если долго работать в файле, он может снять проверку правописания, тогда приходится делать лишнюю работу. Никак не могу привыкнуть к новому расположению интерфейса. Так. Выбрать язык русский. Правописание. Скрыть орфографические ошибки только в этом документе. Эту галочку снимаем. Word поставил ее автоматом после того, как последний раз файл закрылся. Запускаем. Почему-то он не хочет подчеркивать. Проверяем параметры Word. Правописание есть. Так, 26 страниц. Итак, мы добились своего. Можно начать проверку. Итак, смотрим. Внимание на курсив не обращаем, но следим за точками. Сначала я делаю грязную проверку. Сильно не вдаюсь, то есть разбиваю слова на строчки. Правильные строчки. Убираем остатки Devanagari. Вот здесь был Devanagari, мы его удаляем. Здесь тоже был Devanagari, удаляем. Здесь
тоже был Деванагари, но это отсылка, которую нужно сохранить, иначе она потом потеряется. Поэтому этот Деванагари прямо сейчас можно не восстанавливать, но его нужно пометить как подлежащий восстановлению. Устанавливаем транслит, он поломан. Сначала убираю самые грубые, самые очевидные ошибки. Ошибок много, работа рутинная, но интересная. Я это делал много раз для разных книг. Не наносящий вред. Мусора много, но это быстрее, чем набирать с нуля. Постоянно сохраняю файл, потому что Word в последнее время у меня стал часто падать, не выдерживает нагрузки. Согласна. Сострадание. Все, у нас есть целая одна страница в книге. Первая страница заканчивается на Абхигхальта. Почему вместо кириллической А часто видим И? Потому что в исходном тексте стояли ударения, и Аби их воспринимает как другой знак, схожий, внешне схожий. Количество слов на странице примерно соответствует тому, что в книге. Не идеально, но бывало хуже. Раньше чистку, которую я сейчас делаю, делал регулярка, но теперь уже быстрее будет руками. Да и не так это долго. Заодно можно какие-то интересные вещи заметить.
Легче всего исправлять ошибки в русском языке. Вот и нашелся наш брызганный. Берем номер страницы и после обрызганного смотрим 897 страница обрызганной. 897. Меняем, сохраняем. Вот у нас первый разворот из кочергиной перед нами. Прилагающий старание. Сначала делаю простые работы, потом те, которые потяжелее. Андхакара. Анарна. Анарна. Анан анарна. Анарна. Анушман. И мусор убираем. У нас включены невидимые знаки, чтобы вычищать весь мусор. Лишние пробелы. Курсив можем ставить, можем не ставить. Пока хочется верить, что это не принципиально, что мы его сможем восстановить. Некоторые латинские аббревиатуры до того неузнаваемы, что их проще перенабрать.
какие-то вещи можно попытаться исправить автозаменой. Когда я обучал Аби, я ему сказал, что слова, которые содержат А долгое с ударением, как А кртва, распознаются как А с необычным ударением, но так как набор Аби, набор знаков ограничен, то это некоторая хитрость, на которую я пошел. Теперь же надо заменить на правильный знак, чтобы не заниматься дурной работой. Итак, выбираем заменить. И не просто вперед, а ставим везде. Пусть будет учитывать регистр. Берем А долгое. И после него знак ударения. Проверяем, пробела нету, нету. Заменить все. Замен 29. Ударение не слилось. Ну и ладно, сольется потом. Заставим. Есть некоторые знаки, которые мы подчищаем, заменяем. Сразу 200 ненужных поправок уйдет. Акшарамукха, Акшаухими. И что она? Агнишом. Так, Агнихотрин. Есть. Ударение стоит на И. Агхоша. Тут мы видим, должно быть N с макроном. Это знак может означаться также N с точкой над, но ни в коем случае не N с тильдой. Это совершенно другой знак. Поэтому берем и заменяем. Заменяем в других местах. Анкита, причастие прошедшего времени от Анкья. Я уже вручную вписал Анкья. И с ним все в порядке. Можем помедить, как с ним все в порядке. И так, слово за словом. Ангавидья. Видья. Ангирос. Ангирос. Так. Ангирос ссылается на огни. Тогда мы берем и исправляем.
Работа требует внимания. Все строчки, так же как в книге, заканчиваются без точки. Ненужные пробелы удаляем. Мусор, предположительно, девонагари удаляем сразу. Но если остатки девонагари встречаются в конце строки или после слов «смотри», нужно быть внимательным и пометить как подлежащие восстановлению. Ну, уже в транслитерации в иасти, а не в девонагари. Ударение русских букв в русских словах не сохраняем, разве что за исключением каких-то слов, как небо. Полный список таких слов пока не составлен. Нужно разбивать слова на новую, на красную строку, если это нужно. И в файле нужно пройтись с 394 страницу по 417. 394 просто вводим здесь и отъезжаем, чтобы пройтись по файлу. Работы сравнительно немного. Весь остальной словарь уже имеется в виде таблицы. Также будет сгенерирован на основе таблицы Word-овский файл в открытом доступе. И на основе этой таблицы, в частности, будет сгенерирована основа для подстрочника медицинских текстов. И дальше уже будем добавлять новые значения. В файле почти 30 тысяч записей. После добавления дополнения, предположительно, их будет чуть больше 30. Записи разбиты. Сортировки девонагари в Excel не работают, она ошибочна для хинди, тем более для санскрита, но грубо раскидать она может. Последовательность знаков в начале слова соответствует правде. На сегодня все. Спасибо за внимание.